Без порта Клайпеды, импорта белорусского калия, да и вообще минеральных удобрений, хана. И вот почему, ребятки. Итак, Клайпеда была самым дешевым, ну она не только была, она и есть, и до 1 декабря еще будет. Итак, Клайпеда является самым дешевым путем перевалки продукции Беларусь-калия на Запад, а также в Индию и в Китай. Когда клайпедский вариант закрывается, а он закрывается с 1 декабря, единственное, что остается, и Бульбофюрер об этом не раз верещал по телевизору, что они повезут вот эти все объемы минеральных удобрений на Мурманск, а также на Ленинградскую область. Ну, давайте посмотрим, возможно ли это физически. Дело в том, что речь идет о огромных количествах. Там то ли 9, то ли 10 миллионов тонн в год. Так вот, Мурманский порт находится в черте города, это для начала. Он и близко не имеет таких мощностей по перевалке. Рядом с городом строится сейчас угольный порт. Но, во-первых, это угольный порт, это совершенно абсолютно не то же самое. Это раз. А второе, это то, что он будет готов, может быть, к 2025 году. То же самое порт Усть-Луги будет готов в 2023-2025 году и близко не будет иметь тех мощностей, которые необходимы для перевалки такого количества продукции Беларусь-калия, которая на сегодня уже есть в Клайпеде. Я уже молчу о том, что сама логистика, например, если везти там на Мурманск, господи, прости, это плюс 1500 только по железной дороге, да плюс еще вокруг Скандинавского полуострова, еще там больше 1000 километров, это по морю уже. И к тому же, это Северный морской путь, учтите, что зимой там лед. Соответственно, это нужны балкеры с противоледовой защитой, это раз. А во-вторых, в сопровождении атомных ледоколов, потому что иначе там просто не прорубишься через лед. Это два. И все это вместе делает вот эту вот трёп Лукашенко о том, что он нашел альтернативные варианты Клайпедскому порту, просто трёпом. Если вам нужно было привезти, я не знаю, там 10 килограмм добытого золота, которое стоит черти сколько денег, да, действительно, ты этот вложил в легковую машину, отвез не в Клайпеду, вези хоть в Мурманск, хоть в Архангельск, хоть куда угодно, а оттуда мелкими запчастями, как говорится, на Европу. Это один коленкор, это действительно сделать возможно. Здесь речь идет о миллионах тонн продукции, под которых у России вообще нету мощностей. Почему? Потому что на сегодняшний день Россия свои собственные удобрения, знаете, как вывозит? Через Литву. У нее не хватает мощностей для своих собственных удобрений, которые она экспортирует. Куда ж там еще на Россию влупашить белорусские? Ну подумайте, это просто невозможно. У России нет мощностей для своих собственных. То есть, батька, когда он, какой он батька, дурацка, так вот, когда оно рассказывает о том, что будет экспорт через Мурманск или еще что-нибудь, это просто он выдает желаемое за действительное. А действительность такова, что ничего он экспортировать после закрытия Клайпеды реально не сможет.